Всем привет, добро пожаловать на канал Соколов Плей. Сегодня мы продолжаем играть в Wolfenstein. Смотрим, что у нас выходит. В предыдущей миссии мы спасли, получается, двух ученых, которые нам... Сейчас, секунду. Секундочку. Вот так. Трех ученых, которые принадлежали Золотому Рассвету. Сейчас мы продолжаем ходить дальше. И как всегда, нам не дают расслабиться, отдохнуть спокойно. Биджей, видел тот цепелин, висящий над городом? Нет. В последнее время он стал дольше оставаться на одном месте. Для чего он нужен, Цети? Вряд ли он занимается простыми наблюдениями. Еще мы бы. Знаем, что они отправляют туда много оборудования. Но Каролина не хочет рисковать, отправляя туда агента. Она сказала, что это просто самоубийство. Угу. И, похоже, она права. Да ну. А давайте разберем. Друг. Еще один. Спи. Вперед, живей! Следующий. Погнали. Бегом, 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 бегом. Мы все можем. Все сможем. Ну вот. Ну что скажешь? Ничего. Рад вас видеть, Биджей. Вы не поверите, сколько всего эти тулицы понаписали. И, конечно же, мне придется все это переводить. Ну, давай, рассказывай. Дикие существа, которых вы видели на подземной базе, это гемайн, нюхачи, как их называют нацисты-охранники. Они появились в результате экспериментов с тулийским порталом. Они могут чуять энергию черного солнца. С их помощью нацисты отбирают чистейшие из производимых кристаллов. Рад вас видеть, Биджей. Я узнал, что невидимые убийцы, с которыми вы сражались в госпитале, были модифицированы как механически, так и биологически. Эти изменения довольно болезненны, и многие из подопытных погибают. Как они нашли добровольцев для этой программы, я просто себе не представляю. Ну да, согласен. Удачи вам в выполнении... Сокращаю немножко путь, чтобы не заняло столь много времени проходить все это заново. Готов. Готов. Идем дальше. Сейчас вроде бы со звуком должно быть все нормально, но не знаю. Возможно, и игра преобладает над всем. С возвращением, Биджей. Ты неплохо поработал? Да я знаю. Нет, друг.
крайне интересно. Идем. Ты или счастливчик, или безумец, раз сам лезешь в петлю. Все равно, с возвращением. Некоторые части уничтоженного тобой устройства были доставлены с заброшенного консервного завода в Эйзенштате. Придется тебе выяснить, что к чему. Это все, Биджей. А, я хотела сказать, что к нам присоединяется все больше людей. И во многом благодаря твоим подвигам. Спасибо. А денежки? Денежки где? Спасибо. Не все, что ли? Я больше ждал. Работаем за спасибо. Удачи тебе. Поскольку на чертый рынок. Наш лучший клиент. Угу. Конечно, сколько денег у вас оставил? Что тебе нужно? Деньги надо. Деньги. Ну не потратите, естественно. С вас здесь лучше. С вас все равно не убудет. Книжки надо все-таки собирать. Где по эти книжки достать еще надо будет? Что там последний уровень даст? Ясно. Так. На каркуше у нас что? Прицел. Потонка. Уменьшает время подготовки. Дальняя бойность. Тесла. Катушка. Больше количество электрических дуг. Генератор мы взяли. Давайте-ка возьмем. Да-да-да, вот. Поражающую способность. И что еще? И вот так. Генератор дуги. Пополним боезапас. И осталось 400 всего лишь. 400. Вот так. Немного улучшили оружие. Идем дальше. Дед слева нашел. Я еще чуть-чуть убавлю, мало ли. Где-то вот так. Вот так, думаю, должно быть гораздо лучше слышно.
чего вы взяли, что я тут? Это ты умрешь быстро, не я. Это что, помирать будет? Это вы упадете быстро. Всегда. Значит, уже туда пойдем. Тихо. Выпрыгнем. Сюда тогда. Сюда. Так, вроде мы идем. Надеюсь на это, конечно. А возможно и... Нет. А, нет. Хотя бы ради книжки нос бегали. Без книжек нам ничего не светит. Друг, я понимаю, конечно, ты в скафандре, но не настолько же, чтобы аж не чувствовать все это. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. И вот сюда. Сколько всего интересного можно найти. Идем сюда, значит. Концентрированный взвод нас ждет. Готов. Следующий. Давай. Золото. Взять его. Ладно. Друг, я же знаю, что тебе это нравится. Дальше, что нам чуть-чуть? Атаки мячиков одни неприятности. Бойцы сопротивления повадились стрелять по их колоннам горючей смеси. От взрыва обычно гибнут все, кто оказывается рядом. Огнеметчики, значит, появятся. Ясно. Готов.
ебал всю башку так стрелять. А. Значит, может быть, по-тихому убрать. Не знал, не знал. Ну ладно. Блин, чё пугает? Пока нормально, живы-здоровы. Пойдем дальше. Патрон тебе куплю гораздо будет лучше. Таким оружием уничтожать иногда все-таки предметы, чем этим или другим. Насилие. Вот тут, конечно, прицел был бы кстати. Откуда ж ты? Ты гад. Вот какая сволочь это все творит. Thank you.
испытания начинать? Ну, блин. Насел как. Второй, иди сюда. Иди отсюда. И что, много ему вам испытаний надо делать? Это шпион! Пошли, пошли, пошли! Начинаем огневые испытания! Да, калибр большой, это, конечно, вообще... Хоть сразу головешку берет, это радует. Главное попасть хорошо. Американец здесь! Пошли! Шнель! Пан Ливен? Где-то панов увидел. Для тебя, да, ближе. У меня далеко еще. Заводик, я вам скажу, ребят. Думаю, на этом первую часть этой миссии закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в то же время мы продолжим проходить Wolfenstein.